Вы смотрите видео об отеле Beyond Resort Kata, старое название Kata Beach Resort and Spa. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Beyond Resort Kata, старое название Kata Beach Resort and Spa, расположен в стране Таиланд в регионе Пхукет и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Расположен на пляже Ката на берегу моря, в 10 километрах от зоны ночных развлечений пляжа Патонг 15 минут езды. В 47 километрах от аэропорта Пхукета 50 минут езды. Территория гостиницы занимает 12 140 квадратных метров. Отель был открыт в 1988 году, обновлен в 2007. Всего 275 номеров, в 2-4-этажном корпусах. К оплате принимаются кредитные карты Visa, MasterCard, American Express, Diners Club. 4 ресторана, 2 бара, бассейн, 5 конференц-залов, 50-500 человек, магазины. На территории отеля имеется 3 ресторана, 1 бар, 4 конференц-зала до 500 персон, 2 открытых бассейна, салон красоты, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, обслуживание номеров. Сейф на ресепшн бесплатно, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби платно, депозит в день заезда. В номерах есть кондиционер, ТВ-телефон, сейф-душ, ванна-фен, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, балкон, Wi-Fi платно. Номерной фонд отеля состоит из 134 superior rooms, 28 квадратных метров, максимум 2 плюс 1 человек, 97 deluxe rooms, 28 квадратных метров, максимум 2 плюс 1 человек, 20 grand deluxe, 40 квадратных метров. Максимум 2 плюс 1 человек, 20 Grand Pool Access, 28 квадратных метров. Максимум 2 плюс 1 человек, прямой доступ к бассейну, 4 Junior Suites, 56 квадратных метров. Максимум 2 плюс 1 человек, спальня с дверью, гостиная. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть Wi-Fi платно, тренажерный зал бесплатно, спа-центр, сауна, джакузи, массаж, прачечная. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, джакузи. За дополнительную плату имеется массаж, дайвинг, каноэ. Для детей есть бассейн, детский клуб 2, 12 лет, детская кроватка, няня платно, по запросу. Собственный, песчаный. Зонтики и шезлонги, пляжные полотенца на пляже и у бассейна, платно. Зонтики и шезлонги на муниципальных пляжах Пхукета не предоставляются по региональному закону о защите природы 2013 года. Пляжи доступны всем желающим для отдыха на собственно принесенных пляжных полотенцах, циновках, пледах и иных приспособлениях, не загрязняющих окружающую среду и портящих внешний вид территории бесплатно. Год постройки гостиницы – 1990. Год, когда был сделан последний ремонт – 2003. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.